на реконструкцию скверов у Дворца школьников, у Казанского академического театра имени Ауэзова и Центрального государственного музея из бюджета Алматы, по предварительным данным, будет потрачено более 3 миллиардов тенге. Ну, это очень много для 3 небольших скверов. Чем оправданы такие расходы? А можно задать вам, пожалуйста, вопрос о том, что откуда у вас такая сумма, потому что она не подтверждается, и сейчас те формат эскизов, которые мы вам представили, они намного облегченнее тех проектов, которые были ранее представлены. То есть именно в этих 3 скверах, которые вы назвали, будет проводиться реконструкция территорий. Это буквально реконструкция фонтанов. Это просто приведение в порядок той территории, которая есть, без каких-либо максимальных вмешательств. И поэтому я почему и начала вопрос того, что эта сумма не подтверждается, потому что на подобную работу именно по реконструкции нет необходимости в таких больших суммах. И сейчас мы в процессе того, чтобы уменьшить эту сумму, проекты проходят корректировку.